Предпринимательство – великая наука, учиться которой никогда не поздно. Здравствуйте, вы смотрите молодежную рубрику, и сегодня речь в ней пойдет о прошедшем на днях муниципальном этапе областной программы «Открой дело». Все начинается с идеи, которая живет у тебя в голове и просто не дает тебе покоя. Ты становишься предпринимателем, когда начинаешь предпринимать. Учиться важно всегда, даже когда думаешь, что все знаешь. Начиная свой бизнес, очень важен стартовый капитал. Разработай свой бизнес-план и получи инвестиции на открытие. Открой дело.рф. Государственная поддержка начинающих предпринимателей. Есть идея? Открой дело. При поддержке Главного управления по молодежной политике в этом году в регионе стартовала муниципальная целевая программа вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. И МИАС – один из 6 территорий, который попал под эту программу. На протяжении 3 месяцев в городе МИАСе состоялись обучающие семинары и программы, когда ребята, те ребята, у которых есть мечта, которые желают стать предпринимателями, мы обучали в течение 2 месяцев, и вот сегодня состоится у нас уже местный этап защиты тех бизнес-проектов, которые они подготовили с известными бизнес-тренерами нашего региона. У нас на территории Миасского городского округа действительно существует такая программа поддержки предпринимательства. Она рассчитана на 2012-2015 годы. Один из разделов этой программы – это как раз финансовая поддержка действующих предпринимателей и вот начинающих. Защита проектов прошла в очной форме на днях. Не знаю, была ли дрожь в коленках участников, а точнее сказать претендентов. Претендентов, потому что 2 из 11 проектов получат в итоге шанс представлять наш город на региональном этапе проекта «Открой дело». Здесь уже речь идет о реальных деньгах и реальных суммах. Смотрев те проекты, которые вы представили, будущие предприниматели, скажем так, конечно, есть очень интересные проекты, и поэтому хотелось бы вот оказать какую-то финансовую помощь, поддержку, чтобы люди как-то вот поверили в свои силы и открыли свое дело. Возраст участников от 18 до 35 лет. Те проекты, которые были сегодня представлены на суд экспертов, впечатлили видавших виды предпринимателей и экспертов. Где-то сделали замечание, что, конечно, требуется чуть-чуть доработать, потому что понятно, что это молодые люди, это, может быть, даже и впервые делали такие проекты. Вот. Но есть интересные проекты, я думаю, что даже они будут интересны для округа, хотя вот мне очень понравился автодром проект, но это, конечно, уровень не даже, мне кажется, не то чтобы округа, а даже не области. Производство – это одно из двигателей экономики. Но причем производство должно быть не простое, а экологическое и отвечать потребностям граждан. Цель моего проекта – это производство именно кондитерских изделий, восточной сладости, да, то есть направленность. Почему именно это? Дело в том, что на сегодняшний момент восточные сладости и кондитерские изделия являются востребованным продуктом. Но все-таки не обошлось без замечаний. В комиссию по рассмотрению проектов вошли представители администрации, союза предпринимателей и опытные бизнесмены. Как только начинает, особенно если связано с общепитом, работать такой бизнес, в первую очередь он в первый месяц должен себе заработать авторитет. И люди должны понять, что там вкусно, там недорого, там хорошо. Если этого не происходит, то такой бизнес обречен на провал. Вы обратите внимание, что для того, чтобы начать именно старт был хороший, вам нужны хорошие специалисты. И в первую очередь, кстати, нужен технолог. Технолог, ну и, соответственно, кондитеры, которые бы хорошо умели, знали. И нам есть что предложить на рынке чистой и полезной воды, функциональную воду с уникальными свойствами под названием «Янтарная роса». Цель проекта – создать за 4 года компанию по производству бутилированной функциональной воды, а точнее линейки функциональных напитков, обладающих полезными свойствами. Сегодня вообще ребята вышли на 2 этапа. Первый этап – это местная защита, и завтра состоится региональная защита, где приедут ребята со всей области, будут встречи с потенциальными инвесторами, и контрольный пакет инвестиций составляет 3 миллиона рублей на всю Челябинскую область. Поэтому вот ребята, 2 шага осталось для того, чтобы
стать счастливыми обладателями этого инвестиционного пакета. Мне кажется, это неплохой стартовый капитал для любого бизнеса. Напоминаю, что вы смотрели молодежную рубрику. До встречи ровно через неделю. На этом же месте, в это же время. Пока!